Итак, девчонки, всем привет! Я давно обещала, я купила себе вот такой вот спонж для демакияжа, снятия макияжа. Сейчас хочу вам показать, как же он работает. Здесь у меня вода, мы его можем пока положить, он будет там пропитываться водой. Значит, мы нанесем тональный, в общем, тональный, таким жирным слоем. Так, ну здесь можно тени нанести, да? Сейчас я возьму кисточку, кисточку. Вот эту. Так, вот эти тени, они прям такие запеченные, термоядерные. Такие прям черные будут. Так, ну вот, помаду, карандаш, нарисуем. Ну, пудру не буду, потому что здесь уже как бы достаточно. Потому что сейчас вот этот тональник весь, короче, мы вот так размажем. Так, берем спонж. Для того, чтобы он работал, мы его просто смачиваем. Я его под краном обычно смачиваю. Вот он здесь пропитался водой. Никаких средств мы не наносим. И просто начинаем вытирать. Даже не надавливая. Все, все стоп. И даже вот эти вот термоядерные черные. Вот, видите? Все, все чисто. Быстро и легко. Я его сейчас постираю мылом от Greenway, либо обычным хозяйственником, как удобно. И он будет такой же беленький. Я вам покажу сейчас, когда я его постираю. Итак, вот я его постирала. Вот он чистенький, такой же беленький и остался. Пользуюсь я уже ним месяца два. Так что пока у меня никаких нареканий нет. Макияж снимает классно. Очень удобно брать с собой в дорогу, где нет возможности, ну, мыться так. В общем, так что так, девочки. Удобно очень одевается. Вот так вот примерно два пальца помещается. И можно смело умываться.